Итак, друзья, мы добрались наконец-таки до всевозможных украшений к Новому году от IKEA. Сейчас сделаем обзор. Так, это у нас что-то, какая-то коробка. Коробка с чем, непонятно. Так, игрушки. Винтерфинт, новая серия. Выглядит вот таким образом. А, здесь получается игрушка, дверь, елочка и такая скамейка. Так, игрушки для детей из дерева. Санта-Клаусы керамические. Так, набор игрушек серебряных. Винтерфинт. Есть в золоте по 15 евро. Есть такой коняка из, то есть пробкового дерева. Есть также календарь. А, это, кстати, вот этот календарь получается. Здесь игрушки вот такого типа. Ну, это, конечно, их визитная карточка шведская. Есть еще здесь вот такие вот олени. Елка в виде палочек. Искусственные растения. Елочка вот такая пышненькая. Есть шарик, как из Туи Даника. Есть игрушка такого плана. Вот сейчас я вам покажу общий обзор. Очень много игрушек, поэтому очень бегло пробежимся с вами. Елочки, всевозможные веночки, пахучки. В этом году, конечно, много игрушек есть. Сделать можно и оставить таким образом веночек. Так, следующие. Это игрушки, зажимы для елок, для игрушек. Маленькие игрушки. Вот все они представлены на показ. Цены, друзья, от 12-9 евро. Мне такие, кажется, уже были в прошлом году. Только название Winterfind. Вот гномик. В этом году мы сделали очень пышную бороду. Цена 7,95. Есть большой гном. Такой же. Традиционная икеевская забава. Это сделать свечку в виде яблока. Большие гномы 19,95. Большие игрушки, наборы. Интересный тип игрушек из дерева. Красиво видно структуру дерева. Такие игрушки стоят 8 евро. Фонарики красивые. Страла. 29,95. Красиво в этом году звезды появились. Мне нравится вот с этой золотой каймой. Цена 10 евро. Есть звезды другого типа, разных размеров. Красивые. Ну, как обычно, всевозможные свечки электрические. Красивый оттенок, пахнет деревом, сосновыми шишками, мхом. Красивый, вкусный запах.
В этом году интересные тоже расцветки бумаги упаковочной. Всевозможных расцветок, форм. То есть на каждый любой вкус. Вот такой есть набор. И огромные сумки.